Мы на границе, возвращаемся в США. Сейчас пройдем паспортный контроль быстренько и домой уже поедем. Hard Rock Cafe Niagara Falls выглядит не очень, маленький. Мы здесь первый раз. Здесь все в конструкции, в ремонте. Construction. Как по-русски, Катя, сказать? Renovation. Вообще, я уже все забываю уже. В общем, на ремонте находится парк. И, кстати, с канадской стороны намного класснее. И лучше это все выглядит. Набережная у них красивая. Здесь как-то все скромно. Река такая мощная. Это уже парк начинается, сторона американская. Но здесь, мне кажется, совсем как бы сбоку только вид и все. Получается, с американской стороны водопад видно только сбоку, и все. Дают пакеты, можно прийти туда помокнуть. Давай две лодки. Основной водопад со стороны США, он виден, конечно, только сбоку, а с канадской стороны он во всей красе. Мы когда были первый раз, 10 лет назад, у нас не было документов еще тогда на выезд, мы не могли выезжать в Канаду и видели только вот эту сторону, часть. Канадская сторона, конечно, намного круче, там больше интереснее, намного интереснее.
Кусочек реки, который впадает в водопад Ниагарский. Это уже со стороны Америки мы смотрим парк.